Como diz Kyrgyzstan, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня пятница, 31 мая, последний день этого месяца. И мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог. Во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. Мой Господь, новый день начинается. Мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за дыхание жизни, за здоровье, за то, что мы смогли встать, и за Твою заботу о нас. За все мы благодарим во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Иди, мой Бог, впереди каждого из нас и направляй, Господь, каждый шаг наш. Мы нуждаемся, мой Господь, в мудрости, в силе. Мы нуждаемся, мой Господь, в том, что Ты и только Ты можешь дать нам. Помоги, мой Бог, нам. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, все, что нам нужно сделать сегодня, мы все отдаем в Твои святые руки, во имя Иисуса Христа. Господь, мы просим, поставь Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварий, катастрофы, проклятия, зависти, от злых людей. Мы аннулируем все планы зла против нас. И по вере мы провозглашаем, что сегодняшний день для нас будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса Христа. Мой Господь, мы соединяем нашу веру и молимся за Кыргызстан. Благослови, Господь, нашу землю. Благослови, мой Господь, нашу страну. Да будет, мой Господь, спасение в нашей стране. Мы молимся и просим, пусть у людей появится желание, мой Господь, прийти в церковь, обратиться к Тебе. Мы благословляем, мой Господь, наш народ, нашу страну во имя Иисуса Христа. Мы также молимся за другие страны. Каждый день, Господь, из разных точек этого мира люди молятся с нами. И мы просим, чтобы Ты их защитил, чтобы Ты их благословил во имя Господа Иисуса Христа. Господь, да будет свет там, где Твой народ находится, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, за мир в Израиле. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Мы молимся за мир на Ближнем Востоке. Пусть все эти конфликты прекратятся, Господь. И мы молимся, защити, мой Бог, тех людей, которые находятся в опасных местах, во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Аминь! Дорогие друзья, я верю, что Бог услышал нашу молитву.
Он уже действует в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Мы прочитаем 2 послание Коринфянам, 12 главу, 9 стих. Обратите ваше внимание на то, что здесь написано в Библии. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Дорогие друзья, враги веры ошибаются, думая, что горечь и скорби уменьшат наши упования на Бога Авраама, Исаака, Израиля. Наоборот, мы научились делать из лимона лимонад. Из слабости мы извлекаем силу. Поэтому, когда мы слабые, тогда мы сильнее, не так ли? Дух Святой с нами так же, как Он был с нашими отцами веры. Мы знаем, что во время трудностей, гонения и слабости проявляется сила Божья. Наша вера – это сила, поддерживающая нас. Да? Мы рассчитываем, дорогие друзья, на нашего Господа и на веру, которая связывает нас с Ним. Неважно, чувствуем мы себя слабыми или сильными. Мы знаем, в кого уверовали. И уверены, что Он всемогущий. И верны, чтобы исполнить свое слово. Аминь. Тогда, дорогие друзья, не переживайте. И не бойтесь ничего. Господь Иисус с вами, и Он заботится о вас. Подумайте об этом. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Слава Богу! Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям, напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны. И в ваш комментарий добавьте, пожалуйста, вот эту фразу, которая именно выражает, да, то, что есть внутри нас. Ничто не может сломить наше упование на Господа. Из слабости мы извлекаем силу и делаем из лимона лимонад. Аминь. Слава Богу. Дорогие друзья, мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстан на служении за освобождение. Сегодня у нас начинается цепь молитвы за духовное очищение. В 10 утра, 15:00, 18:30. Принесите немножко соли. Мы скажем вам, что написано в Библии, как мы будем использовать эту соль. И кто смотрит из других городов, онлайн служение, 18:30. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно и всю вашу семью. Дорогие друзья, хорошего вам дня. С Богом! Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, я благодарю, просто я благодарю.